Александрович. Вот. Он был помощником президента Ельцина по правовым вопросам. Он ведущий специалист по конституции, конституционному праву. Он заведует кафедрой конституционного права Высшей школы экономики. То есть, наверное, это адрес номер один, если мы хотим разобраться в нашей конституции. Я могу сказать, я чуть-чуть два слова скажу вступление, и потом мы будем слушать, дискутировать. Вообще, конституция советских времен, по-моему, такой самый скучный документ, который никого никогда не интересует. Я вот сейчас, глядя на Ивановского, который на самом деле занимается Латинской Америкой, и прикрывается только польской фамилией. Я вспоминаю, что в декабре 1981 года в Польше было введено военное положение, и тогда этот самый Герек там был, Ярузельский. Вот. Я знаю, что Ярузельский, прежде чем ввести военное положение, он мотался, у них тоже назывался тогда уже Белый дом. И вот он бегал по Белому дому в поисках польской конституции, чтобы это здание ЦК партии, чтобы народу сказать, что на основании решения там Компартии, польской объединенной рабочей партии, это все равно, что выстрелить себе в голову. Вот. То есть нужно было сослаться на конституцию. И во всем этом здании Белого дома польского ЦК один экземпляр конституции с трудов в конце концов нашли. То есть никто не жил по конституции. Это пустые слова. И примерно то же самое было, конечно, у нас, может быть, еще покруче. Но я могу и как бы и другую аналогию привести, потому что на самом деле, вот кажется, что там такого до конституции, но недавно я иногда просто заглядываю какую-то статью, надо посмотреть, сослаться там. Источник власти в нашей стране является народ, в конституции написано, да. Но если начинаешь считать конституцию так основательно, то оказывается, что вот слушайте, мы в другом государстве живем, там же все, причем она очень здорово написана, она сильная, она эффективная. Это не пустые слова. Там очень сильные регуляторы записаны. И я тогда вспомнил другую фразу из рассказа Трифонова. У него есть рассказ «Командировка», там про одного, который метался взад-вперед. Ему надо было ехать в командировку. В конце концов он сел в прихожей перед зеркалом, взглянул в зеркало, и из зеркала на него смотрело лицо совершенно незнакомого, неизвестного ему человека. Последняя фраза рассказа. Так вот, когда читаешь свою конституцию, то примерно такое ощущение, что это совершенно все незнакомо. Вот, и живем мы как-то одним образом, законы другим образом. Вот, а теперь давайте послушаем Мишу, который нам расскажет, как же, кто ее и почему ее нарушает. А потом мы много чего другого еще можем обсудить. Я прошу прощения, у меня физической формы не самая лучшая, потому что голова не крутится, и к тому же болит, да, и поэтому я буду такие странные движения делать. Я тебя буду подкручивать. Вот. И еще про фамилию Ивановский. Это, во-первых, совершенно не польская фамилия, нельзя по окончанию судить, а есть прекрасный дореволюционный государствовед Ивановский. В Казанском университете творил. Ведь он тоже был поляком, признайся. Итак, про Конституцию. Действительно, Игорь, в общем-то, задал мотив, и я тогда начну с воспоминания. Это было первое мое боевое, что называется, испытание. Только меня в феврале назначили помощником, а в июне состоялся за всеми уже забытый кризис. Ну, кризис... Нет, это в хорошем смысле кризис. Это был кризис обычный для государства, где есть разделение властей. Потому что Госдума захотела объявить вотум недоверия правительству. Вот. И тогда мы придумали конструкцию. Дело в том, что Дума-то может объявить вотум недоверия, но есть еще в Конституции хитрая вещь. Правительство может войти с предложением о доверии к себе. И там разные сроки. И на этих сроках мы сыграли. А тем временем была договоренность уже с Зюгановым, это уже к Конституции не относится, это уже аппаратные вещи, которые присутствуют везде и всегда. И удалось таким образом перекрыть вот это. Хотя он бы все равно не состоялся, я чуть позже объясню почему. Итак, самые главные нарушения Конституции, я их вынужден разделить так же, как
это мало кто делает, и не принято среди конституционалистов, дурным тоном считается, делить Конституцию. Но я лично делю, потому что, чтобы людям, прежде всего, объяснять. Так вот, ты напомнил о статье 3 о народном суверенитете. Действительно, источником власти, носителем суверенитета является многонациональный российский народ. И другие статьи о том, что есть разделение власти, что российская, чего начинается, Российская Федерация, Россия, демократическая, федеративная, правовое государство с республиканской формой правления, и там еще в других статьях, что оно социальное, что оно светское. Прекраснейшая статья 13 завоевание, можно сказать, демократической революции, о многопартийности, о политическом и идеологическом разнообразии. И много вот всего прекрасного, и это все прекрасное заканчивается статьей 17. Вот 17 статей, а нет, вру, там потом идет глава, тоже прекрасная, права и свободы человека и гражданина. Так вот, я предлагаю забыть про это и не удивляться, что эти вещи не действуют. А надо, собственно говоря, смотреть, а в общем-то конституции так и рождались, во всяком случае. Первые конституции и американская, и польская. Первая самая польская. Не, в Европе польская, да, она в мае 91 года, 791. А во Франции в сентябре, ну неважно. Правда, она не называлась Конституцией, она основной закон, основные государственные, сейчас не помню, но не Конституция. Но не важно, это я уйду далеко. Как устроена власть? Вот, собственно говоря, мы до сих пор не понимаем вот этой причинно-следственной связи. Мы думаем, что есть права наши, есть нормы декларации о суверенитете, о плюрализме и так далее, а выйдешь на улицу или даже сидишь дома и всего этого не видишь. Я вот пытаюсь доказать, что со мной спорят мои коллеги, что, ну, конечно, не решающим, может быть, образом, но очень большим образом то, что есть в статьях, в главах, начиная с 3-й, и кончая 9-й, вот от этого зависит наша жизнь. Но мы к этому вернемся. Я все-таки про нарушения. Какие бывают нарушения? Я еще раз говорю, хочу их разделить на несколько видов. Легальные нарушения через законы или через действия президента или через указы президента. Ну, во-первых, мало кому приходит в голову, что закон о противодействии терроризму, как он точно называется, он вводит, есть понятие такое у юристов, особый административный режим. Ну, есть. Когда не действует Конституция. Она действует, но она, да, ужимается. Да, ужимается. Комендантский час. Это чрезвычайное положение, военное положение. Режима контртеррористической операции в Конституции нет. Вот я начинаю заводиться и трясу головой, мне уже больно. Стараюсь поспокойнее. Это первое нарушение. Собственно говоря, весь этот закон, он нарушает Конституцию. Ну, нам до этого дела мало. Ну, надо с террористами бороться, значит, будем бороться таким образом. Вон и Валерий Ильич Зорькин оправдывает изменение позиции Конституционного суда как раз борьбой с терроризмом. Дальше. Право, ну это уже все знают, право президента представлять для наделения, эвфемизм такой, для наделения полномочиями кандидатуры, для наделения их полномочиями глав субъектов федерации. Проще говоря, по-народному говоря, назначение губернатора. Это было признано Конституционным судом соответствующим Конституции, я сейчас не буду это рассматривать. С первого раза? С первого раза, никакого второго раза не было, ну что. Второго раза бы не допустили, и это невозможно. Но это прямое нарушение Конституции, я сейчас не буду доказывать. Студентам я доказываю через, не дух даже Конституции, а буквы Конституции. Нарушены буквы Конституции. 72, 71, 78 статьи как ныне. Дальше. Это уже, да, вот еще одно кадровое полномочие президента. Тоже прошло всем до лампочки, в общем-то. А это серьезная вещь. Президент
где-то года три назад теперь приобрел право представлять кандидатуры для назначения их председателя счетной палаты, заместителя председателя и всех аудиторов. Это что получается? Лицо, которое наиболее близко соприкасается с исполнительной властью, фактически не юридически является частью, главой даже исполнительной власти, он назначает, фактически назначает тех, потому что Дума выберет их, кто будет контролировать эту самую исполнительную власть. Это прямое нарушение Конституции, потому что счетная палата – это финансовый орган финансового контроля парламента. Летит к черту разделение власти. Дальше. Ну, самое такое. Конституции парламент должен или кто их должен? Парламентский контроль, конечно. Счетная палата. У нас, по нашей, во всяком случае, концепция, ну, в общем-то, она доминирует в разных странах. Тем более у нашего парламента почти нет других контрольных полномочий. Сейчас вот разрабатывается законопроект о парламентском контроле. Но это как и о парламентских расследованиях будет фикция. Не обязательно. Ну хорошо, я в этом смысле пессимист. Дальше. Летнее нарушение. Прямое нарушение. Это, правда, уже не через закон. Через просто отсутствие каких-либо обращений. Я имею в виду введение, точнее, использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации. По нашей родной Конституции. Для этого требуется утверждение Совета Федерации. Он формально даже, наверное, и не мог бы этого сделать, потому что не было обращения никакого. Вот. Другое дело, зачем понадобилось нарушать, вполне бы мог проштамповать, естественно, моментально. Но, тем не менее. Дальше. Вот тоже нарушение, которое у всех сейчас на слуху. Я уже дал миллион комментариев по телефону и в «Новой газете» статью опубликовал. Но это никому, опять-таки, мало кому интересно, только политизированным. Вот вроде нас хорошая погода, а мы здесь сидим и рассуждаем о Конституции. Так вот, речь идет о представлении президентом кандидатур и Верховного суда, и Высшего арбитражного суда, председателей, и теперь Конституционного суда. Это было уже нарушение, потому что, объясню, почему это нарушение. Дело в том, что по Конституции сказано, что президент представляет в Совет Федерации кандидатуры судей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего арбитражного суда. То есть он не имеет полномочий как бы определять, кто будет начальником в этих судах. Но по закону о статусе судей и по закону о судебной системе Российской Федерации, президент такое право получил. Хотя де-факто, должен справедливости сказать, фактически председателя назначал и Борис Николаевич судов, общей юрисдикции. Тогда была какая-то реакция? Реакции не было. Реакции не было, да. Ну, реакции не было и до сих пор, потому что Конституционный суд только вызвал реакцию. А вот это право представлять кандидатуру председателей, оно должно было бы, но только в работах специалистов говорилось, что это выстраивание прямой зависимости, потому что там через председателя, я не буду сейчас долго объяснять, действует, это отдельная вообще тема для обсуждения, действует своя как бы судебно-административная вертикаль. Поэтому удивляться, что судьи замордованы, правда, они и сами не хотят быть самостоятельными в большинстве своем, как показывают социологические опросы, но тем не менее, замордованы именно председательским корпусом. Но я сейчас не об этом, поэтому не буду углубляться в эту материю. Ну и последнее я бы назвал нарушение Конституции, хотя оно может быть не так явно видно, это образование Следственного комитета и очень странный статус председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, потому что если посмотреть закон, который регулирует это, мы увидим, что фактически, вернее юридически, а фактически тем более, председатель Следственного комитета, он не подчиняется
генеральному прокурору, тем самым нарушается норма Конституции о том, что прокуратура является собой централизованную систему. Так вот, ради справедливости еще скажу, что нарушения были. Нарушения были. И раньше, то есть при Борисе Николаевиче. Ну, например, преснопамятный указ президента о, я даже записал, о неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности 14 июня 1994 года, вы помните наверняка, который просуществовал несколько лет, хотя были большие очень протесты. И я помню, Юрий Батурин, когда тот был помощником президента, не отказался визировать этот указ, тем не менее он вышел, который предоставлял право задерживать на 30 дней без предъявления обвинения. Но потом он, слава богу, тихо. А? Потом уменьшили, по-моему. Нет, он просто почти сначала перестал действовать, и он редко применялся, но тем не менее, это факт. Но потом отменили, да, где-то в 96-м году. Так вот. Теперь ситуация изменилась. Каким образом? А президенту Ельцину, если он и шел на нарушение Конституции, хотя, конечно, по количеству сравнить вряд ли можно, если и шел, то он либо принимал, то есть действовал, решение принимал о чем-то, либо оформлял это нарушение в форме указа. Вот в частности указа. По 30 суток задержания. Теперь, если проанализировать указы президента, они совершенно диетические. Ну, большей части. Нету смысла президенту брать на себя ответственность. Потому что все практически нарушения, которые я перечислил, они все оформляются законами президента. Кошмар. Это я... Я не знаю, что это такое, но не важно. Главное, что это не свидание. Вообще, нет, это не грибья. Вообще есть в теории, и это на практике очень сильно, на практику сильно влияет, такая конструкция, точнее теоретическая концепция скрытых полномочий президента. Впервые о них заговорил Конституционный суд. В 1995 году, когда рассматривал чеченское дело, так называемое. Что это такое? Президент в статье 80 назван пышными словами, иногда с иронией их говорят, гарант Конституции, гарант прав и свобод человека, отвечает за суверенитет, территориальную целостность, обеспечивает согласованное функционирование органов государственной власти и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Об этом я чуть позже поговорю. Я так увлекаюсь, я, наверное, надо мне быстрее. Хочется поострее, да. А вот. И эта конструкция теоретическая, она говорит, что да, не все можно закрепить в Конституции, что должен делать президент, раз он отвечает за целостность, безопасность государства. Что ж мы, и никто не сможет сказать, какое средство он должен применить. И Конституционный суд по этому поводу сказал, да, они есть, скрытые полномочия, другое дело, что они должны соответствовать Конституции. И вот тут возникает проблема, а кто будет смотреть? Тот же Конституционный суд. Но Конституционный суд, если проанализировать его решение, видимо, ударившись, получив родовую травму в 1993 году, с тех пор максимально лоялен к президенту, несмотря, вне зависимости от фамилии этого президента. Ну вот так получается. По делам, во всяком случае, которые затрагивают властные прерогативы президента. Ну, это тоже отдельная песня. Второй вид. Второй вид. Его можно, конечно, не выделять, но я его не мог не выделить. Я его называю эстетическим нарушением Конституции. Что я понимаю под этим? Это совершенно неприличная скорость, с которой принимаются законы, по которым есть, особенно если они в общественном мнении обсуждаются, и законы...
проекты которых вносит президент. Больше того, может быть, вы помните, как осенью случилось, Грызлов... Увеличили срок? Грызлов сказал, да мы поправки к Конституции. Это первые поправки к Конституции российской. Первые. Это же надо, ну, хотя бы для приличия подискутировать было. А он говорит, мы примем в трех чтениях. А правда, не приняли. Видимо, им кто-то подсказал, что это уж совсем неприлично сразу в трех чтениях принимать поправки к Конституции. Тем не менее, они прошли со скоростью 18 метров в секунду. Увеличение сроков? Да, увеличение сроков плюс отчетность правительства. Ну, вот эти все три поправки. Увеличение срока президента, увеличение срока Думы и отчетность правительства, тоже фикция в этой системе, о которой сейчас я вам скажу, перед Государственной Думой. Но, в конце концов, и так же, как сейчас прошла неприлично, с неприличной скоростью, это разве парламент? Назначение председателя, ну, будем говорить проще, назначение. Потому что представление, это долго говорить, это фактически не так. Назначение председателя. Председатель Конституционного суда. Да, Конституционного суда я имею в виду, да. Ну, всем, наверное, понятно. Ну и третий вид, если можно так сказать, вид, это все, это, тут, если перечислять, то нам с вами не хватит, наверное, месяца. Потому что это перечислять все факты, вопиющие, менее вопиющие нарушения наших прав. Поэтому говорить о том, что Конституция в этих частях, в самых важных частях, по второй главе Конституции права и свободы человека и гражданина не нарушаются, это вряд ли кто на себя возьмет смелость так утверждать. Причем нарушаются везде. Но самое-то страшное происходит в том, что нарушая права, творя произвол в отношении граждан, государство ни от кого не получает по рукам. Поэтому я не виню. Это вот есть в экономике понятие рациональное поведение. Вот это рациональное поведение чиновников. Если они знают, что для каких-то своих целей, может быть даже очень высоких, они могут безнаказанно довольно нарушить чье-то право субъективное, и им за это ничего не будет, они нарушают, естественно. Другое дело, каковы мотивы. Кстати, о нарушениях, когда было десятилетие, вот новая газета меня попросила вот просто взять и выделить красным. Это здесь перечисление. Тут только тут текст Конституции, но тут не красным выделено, тут просто полужирным шрифтом выделены те нарушения, которые вот я счел, и они сказали, что это, конечно, субъективный взгляд, но вот лично я, она почти испещрена, сейчас, конечно же, больше уже, почти весь текст будет полужирным, почти, но не весь. И я перехожу, может быть, к самому главному, потому что, вот Игорь вначале говорил, что Ярузельский не могли в ЦК найти Конституцию. В принципе, может быть, Конституции нет и сейчас в администрации президента, но она точно есть почти у каждого на столе в ГПУ, государственно-правовом управлении. Собственно говоря, не думаю, что этот президент заглядывает в Конституцию, ему это и не нужно. У него для этого есть аппарат, ну, может быть, стоит она и так далее. Но я к чему говорю, что в сравнении и с советским временем, и в сравнении с временем стран народной демократии, эта Конституция действует. Действует. И действует достаточно четко. Хотя бывают нарушения и внутри, я уже некоторые назвал, внутри этих глав, которые описывают, как строится и функционирует сама государственная власть. Так вот, моя гипотеза, что, ну, они поменяли, да, не внесли поправки, но опять-таки мы понимаем, о чем эти поправки. Не о том, чтобы баланс сделать между властями, а у нас она дисбалансная конституция в этом смысле, а о том, чтобы просто удлинить сроки. Но тем не менее, вот эти главы с 3 по 8 никак не мешают властвующей бюрократии совокупной
сделать практически все. И вот даже удивительно, вроде там ельцинские времена, пусть их по-разному называют эти 90-е годы, но после революции по-другому, если я ошибаюсь, поправьте меня, но после революции вряд ли можно ожидать любой революции что-то другое. Но один образ властвования, да, все-таки, при всех наших претензиях, и моих в том числе, и сегодняшний образ, и это все одна конституция. Почему, спрашивается? Почему мы вообще стоим перед выбором, быть демократической страной или не быть? Ну, он не провозглашается прямо, потому что прямо никто не может сказать, что, потому что придется, это нарушение конституции. Да, придется отменять первую статью конституции. Вот. Но, говорит, а это и есть демократия. Только она вот может быть такая, сякая. Это наш особый путь и так далее, и так далее. И все. Почему это происходит? А я уже на эту тему написал две книжки, и все равно со мной многие не соглашаются. И я бы хотел, может быть, чтобы это, может быть, стало предметом сегодняшней дискуссии. Хотя, конечно же, мы с вами ответа не найдем. Так вот, есть две позиции. Первая позиция состоит в том, что ее очень любит Радзиховский озвучивать. Я в ежедневном журнале, его, во всяком случае, время от времени появляются его статьи. А что с таким народом мы будем иметь то, что имеем. Это его главная задача во всех СМИ, поливать народ. Меня не волнует Радзиховский. Тем не менее, он выражает достаточно распространенное мнение. Номенклатура. Неважно, не уверен. Вот ты не очень критичен и к своим коллегам. Потому что люди вполне нормальных, демократических, я не знаю, каких угодно, вот таких нормальных, здоровых, для меня здоровых, убеждений тоже считают именно так. И второе. А тогда что, если народ хороший? Тогда вот я хочу тогда интербеседа, интерактивная. Да, я с удовольствием. Скажи, что? Что мешает? Да. Ну, целый ряд вещей, но страх. Машина контроля, бюрократия, ФСБ. Понятно. А почему ФСБ мешает? Почему машина контроля работает? Ну почему у меня в университете главный человек это ФСБшник? Почему мне не дают 3 года читать лекции в университете? А почему? Вот я и спрашиваю, почему? Ты не знаешь, да? Потому что это ответ. А почему ФСБшник главный? Потому что за ним государство, а за мной кто? А почему государство, которое здесь сказано, что оно правовое, демократическое? Вот. Нет этого государства. Так вот, ну вот это все лирика. Вот то, что ты сейчас сказал, это лирика. Вот. Страх. Это все, конечно же, присутствует. Но моя гипотеза, вы меня можете за это тоже бить, и я уже привык к этому. Тебе уже досталось, чувствуется. Да, по шее надавали. Моя гипотеза сводится к следующему. Если быть кратким. Вот то институциональное устройство, которое заложено в Конституции, оно на вид, и вот Игорь сказал, очень такое симпатичное, крепкое, эффективное, как ты сказал, правильно, на вид вполне достойно. Разделение властей, вотум недоверия, что там еще, импичмент, там, приостановление актов. Вот вам сдержки и противовесы. Но если мы... Года, да? То есть как это сделать? Нет. Если мы возьмем простое просто увеличительное стекло и посмотрим, то мы увидим жуткую диспропорцию властную. Я попробую, и на этом я закончу, просто кратко это вам... То есть, значит, надо менять саму конституцию. Ну, ты сказал то чем я хотел закончить, но правильно говорит Шейнис, а кто менять-то будет, и что из этого получится? А, между прочим, Лассаль говорил, да не надо переписывать конституцию, ребята, вы лучше выходите на улицы и там меняйте. Он был сторонник конституции фактической. Вот там надо менять конституцию, как он говорил, это соотношение сил в борьбе, потом Ленин добавил, в классовой борьбе. Вот. Можно и таким образом, но это и будет расценено как экстремизм, и на самом деле и малоэффективно. Я, да, за то, чтобы менять. Вернее, я не говорю, чтобы менять. Я говорю, что
Большая часть причины того, как мы живем, заложена в этих скучных нормах. Я попробую вам это объяснить. Хорошо, что нет здесь практически нет тех, с кем я уже спорил, потому что не люблю как бы повторяться. Так вот, спрашивается, почему главный начальник в стране президент? Потому что не потому, что, как заявил Зюганов после принятия Конституции 1993 года, у президента больше полномочий, чем у русского царя, саудовского шейха и египетского фараона вместе взят. Он, правда, ему было невдомек, что это он говорил об абсолютизме, где говорить о полномочиях вообще нельзя, потому что это вся власть. И на самом деле дело не в полномочиях. Я за то даже, чтобы некоторые полномочия президенту еще и дать. Дело не в количестве полномочий. А дело в том, и, собственно говоря, на этом строится. Мы вот ограничиваемся разделением властей. А дальше что за этим стоит? Иногда говорим «сдержки и противовес». То тогда должны мы сказать, а может ли кто-то сдерживать президента? И противовес вешивать ему. Гражданское общество. Гражданское общество. Правильно. Это верно. Это верно. Но где оно? Оно должно быть воспитано. Нам говорят, оно будет воспитано через несколько поколений. Но, на мой взгляд, оно будет воспитано совершенно не в гражданском ключе, потому что нету основы такого движения. Я бы согласился и успокоился бы, если бы знал, что через поколение это все разовьется, не развивается. По одной простой причине. Вот нам, мы сегодня перед началом говорили, как нам, ну не нам, нашим согражданам мозги промывают. Вы-то люди опытные, знающие, читающие, а миллионы-то людей этого всего не знают, а им промывают мозги. Почему безнаказанно можно промывать мозги? И вообще, почему доминирует одна картина мира, один взгляд на мир? Почему доминирует именно такая внешняя политика? Почему доминирует иногда хорошая, иногда плохая такая внутренняя политика? Почему нету никакого противовеса, оставив в покое гражданское общество? Ну, не может оно. Вон выходят на флешмобы, и что получается? Выходят десятки от силы сотни человек. Так вот, нету в Конституции средств что-то противопоставить президенту. Вы мне можете сказать, ну Ельцин-то противопоставляла Думу. Она противопоставляла, да, кое-что, но не в конституционном ключе, а скорее в политическом. И Ельцин, конечно, вынужден был оглядываться на Думу. Но, в принципе, ему ничего не стоило, если бы она задумала реализовать хоть одно свое конституционное полномочие по сдержке президента. А? Импичмент. Нет, не импичмент. Сразу. Нет, я про другое говорю. То ее бы не было. Вот этого конкретно состава. Почему? Смотрите, что происходит. Во-первых, у нас есть в Конституции норма, которая пришла, прямым образом пришла из Советской Конституции. Это норма, позволяющая президенту определять основные направления внутренней и внешней политики. Вы вдумайтесь, что это такое? Это значит, забудьте про разделение властей. Если один субъект определяет политику. Но мало того, Конституционный суд подыграл президенту, потому что сначала в 99-м году, а потом в 2002-м, он сказал, что да, эти основные направления обязательны для правительства. И потом сказал, что эти основные направления, которые президент определяет, они обязательны для Думы. И правильно тогда Грызлов говорит, что Дума не место для дискуссии. Мы должны реализовывать направление политики, которое определяет президент. Один субъект определяет политику. Вы мне можете сказать, ну, в конце концов, записать можно что угодно. А может ли он? Я вам покажу на пальцах, как президент это может сделать. Прежде всего, через что он определяет эти приоритеты? Через деньги, через бюджет. Кто, у кого бюджет? Прежде всего, бюджет у правительства. Оно вносит проект
бюджета и отчитывается за его выполнение. А правительство-то чье? Вот сегодня говорят, мечтают грызловцы, там, и Путин это обещал, как бы приманку. Правительство партийного большинства. Я студентам моделирую. Даже если будет не Единая Россия, а скажем, ну если быть реалистичным, не, там, не либералы, которых вроде и нет легально, а пусть те же коммунисты. Смогут ли коммунисты реализовать свою программу? Не смогут. При вот президенте не смогут. Будут в доме иметь большинство? Да. И ну, если... Конечно, так и при Ельцине они же имели большинство. Да. И не смогли. Да. Да. Я поясняю почему. И правительство, даже если будет полностью коммунистическим, оно ничего не сможет сделать. Смотрите, что происходит. Первое. Я думаю, что вы знаете эти вещи, просто напомню, наверное. Первое. Как странно устроена у нас система разделения властей. Кто вносит кандидатуру премьера? Президент. Ничего страшного нет. Но что происходит после этого, пишет Конституция? Что если три раза не понравится эта кандидатура, то не президент эту снимает кандидатуру, а Думу он обязан причем отправить в отставку, распустить. Обязан. И после этого... Премьер получает даже большую легитимность, потому что он становится полноценным премьером без согласия Думы. Потому что если предположить, что она не согласилась. Почему мы не удивляемся, что и во времена Ельцина, и во времена Путина, ну пока у Медведева не было таких случаев, президент представлял кандидатуру премьера, и все, ну не со свистом проходили, при Ельцине во всяком случае, но проходили. Была одна заковыка, если вы помните, это сентябрь 98 года. Но тогда, я думаю, что Ельцин сам просто испугался уже каких-то народных волнений. Потому что Черномырдин он второй раз представил, и второй раз он не прошел, и тогда ему пришлось на Примакова его заменять. Вот. А так все проходили. Я помню, как Зюганов смеялся над Путиным при его... избрание премьером еще в 99-м году. Ухмылки, я помню, просто помню, по телевизору показывали. Посмотрим, что этот там сделает. Вот. Все проходят. Потому что какой смысл депутатам бороться против этого, если снова им придется залезать в карман своим спонсорам для новой избирательной кампании, причем без с неизвестным результатом. Дальше. Вы мне можете сказать, но... И так, в принципе, вообще вот таких стран с нашей моделью в Европе я насчитал порядка 9. Это большинство балканских стран, плюс Франция, плюс Португалия, плюс Польша, ну и Хорватия, Словения, Македония, Болгария. Ну и почти все страны СНГ. Но СНГ я не беру, там отдельная история. Так вот, имеют эту модель, но она там почему-то работает. Модель можно назвать, ее называют юристы смешанной или полупрезидентской, ее можно назвать двугорбой, двухвершинной, потому что есть и сильный президент, и сильное правительство. Так вот, вы мне можете сказать, что Дума может побороться с правительством, которое ее не устраивает. А я говорю, ничего подобного. Потому что, если Дума выразит вот недоверие или не поддержит доверие правительства, президент может либо отправить в отставку правительство, но зачем ему это нужно, если это его правительство, либо отправить в отставку Думу. Поэтому тоже ни одного вотума доверия не было и не будет, я вас уверяю. Только если что-то, не дай бог, такое уже острое случится в стране. Но это уже, еще раз говорю, не дай бог. Дальше. Почему правительство-то президентское? Да потому что есть тоже норма, которой нет ни в одной из вот этих конституций, которые я вам назвал, с той же моделью. Очень странная и, я бы даже сказал, страшная норма. Потому что, да, президент представляет премьера, это понятно. Президент назначает министров там формально по предложению премьера, это понятно. Это есть и в других. Но главное, не как меня назначают, а кто меня увольняет и за что. Так вот, наша Конституция, родная, говорит, что президент, ну я, конечно, перефразирую, но смысл такой, я могу вам сейчас зачитать, что президент, ежели станет с левой ноги, то правительства не будет.
Так и происходило. Другое дело, конечно, не левая нога была виновата, а какие-то дворцовые мысли президентов. Ну, теперь можно реконструировать, что с отставки Черномырдина началась операция «Поиск преемника». Касьянов ушел, как некоторые говорят, потому что в уши Путину заложили, что он претендует на нечто большее, нежели премьер-министр. Тоже ушел. Но обратите внимание, как уходят наши премьеры. Исключительно по каждому выступает по телевизору президент и говорит: я в целом доволен работой правительства. Спрашивается, чего ты их отправил в отставку? А непонятно. Вот мне так захотелось. Так вот, статья 111 Конституции, это предоставляет это эксклюзивное право президенту. То, чего не может быть по определению, потому что рушится вся система сдержек и противовесов. В той же Франции, например, правительство уходит в отставку только потому, что ему вынесена резолюция порицания, ну, по нашему вотуму недоверия, либо по заявлению самого премьера. Все. Если резолюция порицания, то президент обязан правительство отправить в отставку, как бы оно ему не нравилось. Именно поэтому мы имели дело с президентом от одной партии и с правительством от другой партии. Это при Миттеране было и при раннем Шираке. Наверное, видите, я уже перебрал время. Я бы мог, конечно, и о других говорить рычагах, которые имеются у президента, но которых нет у ни у одного другого центра власти. Но мы с вами видим не самодурство Путина или самодурство Медведева. И даже не просто самодурство общей бюрократии, если представить, что она все-таки давит на президента. Мы видим, что сами условия игры, правила игры, которые описаны в Конституции, того, как функционирует власть, они фактически даже, ну если не предписывают, то приглашают президента действовать вполне определенным образом. И если у нас президент, ну вот Путин, особенно в последние дни заявил, ну это было известно, но вот сейчас особенно как бы ярко это стало после посещения кладбища, где он вполне достойных людей, и хорошо, что он там, если это он распорядился поставить надгробие, это прекрасно. Вот. Но он показал себя человеком, который, собственно говоря, я сейчас буду на этом заканчивать, который, собственно говоря, сказал простую вещь. Я во вторую вашу статью, ну, нашу, общую, я ее не принимаю вообще во внимание. А вторая статья, я напомню, гласит что о том, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Это нельзя понимать примитивно, что вот любой человек, он пусть все горит, а вот вы мне выдайте мои права и все. Речь идет просто о том, что не государство для, не человек для государства, а государство для человека. Так вот, Путин вот в последних заявлениях сказал, нет, человек для государства, жила бы страна родная, и все. А там, что бы внутри ни творилось, это не важно. Отсюда, естественно, произвол. И способов, кроме, абсолютно я согласен, кроме либо гражданского понимания, вот этой аномалии, но его нет, и по моим подсчетам вряд ли будет, либо изменение самих правил игры. Кто изменит, когда, не знаю. Вот, собственно говоря, весь вопрос для дискуссии. Вопрос один, можно? Да. Спасибо большое. Давайте перейдем к обсуждению. Да, нет, потому... я хотел просто вопрос задать. Да, конечно. Шорников для записи. Имя, отчество, скажите. Шорников. У меня к вам один маленький вопрос. Он касается состава территории Российской Федерации. На каком основании в 1993 году
частью Российской Федерации была записана Чечня, когда она не подписала федеративный договор, прошедший в 1992 году. А именно федеративный договор является правовой основой Российской Федерации как некой территориальной общности, равно как и Республика Татарстан. Я бы здесь с вами поспорил, хотя эту мысль, извините, о договорном характере нашей федерации отстаивали как раз и Татарстан, и некоторые другие республиканские лидеры. Характер, можно с этим соглашаться, не соглашаться, но так и есть. Характер нашей федерации конституционный. И дело в том, что в Конституции РСФСР четкий территориальный состав был указан. И просто еще пример... Пример из зарубежной практики. Бавария так и не подписала договор с федерацией. Но она никуда не делась и вряд ли денется. До сих пор она договор не подписывает. А Техас подписал? Тоже все норовит куда-то в сторону. Там другая природа. Ну да, другая природа федерации. Нет, мне просто непонятно, как она там оказалась в Чечне, когда она... Она была, вот, отвечаю, если просто говорить, она уже была. Нет, я понимаю, но федеративный договор же подписывался. Правильно, я еще раз говорю. Основа, вы сказали, основу он составляет. Так вот я говорю, основа составляет самой федерации, самого государственного нашего устройства, территориального, в ее территориальном преломлении. Конституция, а не федеративный договор. Федеративный договор, конечно же, он перечисляет республики, их фактически три было договора, в том числе с республиками. Но это только договор о распределении, разграничении предметов ведения и полномочий, не более того. Вот мы... Нет, сама Конституция – это договор, который заключили... Нет. Это в руссовском смысле, да, это договор общественный. Но в строго юридическом смысле это никакой не договор. Так если люди голосовали, значит они говорили либо да, либо нет. Еще раз говорю, в духе Руссо это да, действительно формализованный общественный договор. Но это как бы природа Конституции. Но в юридическом смысле, да, проголосовали, значит это акт, нормативный акт, не более того. Я маленькую реплику выдам для оживления дискуссии. Вы знаете, несколько дней назад в Думе проходили Дни Чеченской Республики, я там был. И ну, они дали газеты свои на русском. Но, значит, шапка большая в газете. Российская Федерация и Чеченская Республика в едином строю. То есть Российская Федерация, Чеченская. И это у них давно. Есть части давно, Российской Федерации. Да, это давно. То есть они сами, по-моему, до конца не решили вообще. Они-то решили, не дают. Нет, дело в том, что с Татарстаном же тоже ратифицирован договор. Ратификация – акт международного права. С Татарстаном было ратифицировано два договора. Первый в 1994 году, второй в 2007 году по Рождеству Христову. Да. Ну, кто ли это ратифицировал? Государственная Дума. Да не может. Ратифицировать – это, во-первых, не ратифицировать. Речь идет о, я понимаю… Закон ратификации. О договоре… Да. Нет. Как не, он называл? Не может этого быть. Это договор, подписанный действительно с Республикой Татарстаном, Российской Федерации. Договор только не о вхождении, ни о чем, только о разграничении предметов ведения и полномочий. Не договор более того. Предполагает равенство сторон. Априори. Иначе мы не договоримся с вами. Так мы почему? Ну как, если мы субъекты власти подчинения, то договор между солдатом и офицером невозможен. Правильно, между солдатом и офицером невозможно, и там, но между солдатом и армией возможен контрактник, да? А тут равенства сторон тоже нету. И это первое. И публичные правовые договоры, они имеют другую природу, нежели договоры в гражданском праве. Международно проводят. Коллеги, ну, давайте ближе все-таки к теме. Ну, я, по-моему, сказал, я... Спасибо за ответ. Да. Хорошо, давайте послушаем. Да, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Анна Петровна будет. Гудема Анна Петровна, доктор философии. Скажите, пожалуйста, вы считаете, я с вами согласна, основным документом Российской Федерации является Конституция. И считаете, что если в Конституции записаны какие-то положения, то тогда, в общем-то, нет никаких проблем. Так? Нет, не так. Я так не говорю. А как? Или что-то
там не прописано. Я хочу остановиться на территориях, которые по Конституции должны принадлежать коренным народам Севера, как был договор, статьи и так далее. Но так этого и не сделано. В Конституции все прописано. Есть народы, есть территории, но ни, сейчас ни территории, ни народов как таковых. Они уже в Красной книге. Как вы считаете, кто в этом повинен или что это? Вот, как бы так лучше мне выразиться. Дело вот в чем. Конституция... Я понимаю, в чем дело. Я хотела бы ваше мнение. Я вот и пытаюсь свое мнение высказать, но для этого мне надо как-то подойти к этому. Еще под вопрос. А разве в Конституции записано, что народы Севера должны иметь свою территорию? Да. Нет, там сказано о защите коренных и малочисленных народов. Значит, другое. Написано я... И что они пользуются, да, и... Они настаивают, если ты там вел дискуссию в парламенте. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Это статья 69. 72-я это о предметах совместного ведения. Включая среду обитания, да, что гарантирует, территории защищает. Совершенно верно. Включая все народом, защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, малочисленных этнических общностей. Среда обитания. Да я не спорю. Это не территория? Я не спорю. Понимаете? Нет, в том числе, конечно, и территория. Там, допустим, территория. Тундра. Защита, защищать нужно. Да. Так вот, о чем вот эта статья? Мы же должны понимать, не просто вот на заборе написано какой-то лозунг. И эта статья о том, как разграничиваются предметы ведения между Российской Федерацией, ну, условно говоря, федеральным центром и регионами. Так вот, эта норма говорит, что мы, Россия и регионы, считаем эту задачу защищать среду обитания совместным предметом ведения. Другое дело, никто вам точно не скажет, что значит совместно, что нужно от федерации, что нужно от регионов. Но при нормальных регионах, а регионы тоже, между прочим, основаны на том, что, собственно, на этом основан федерализм, что с них тоже спрашивает свое собственное население, так вот при нормальных регионах они бы требовали от федерации не нарушать не строить там вышки нефтяные и газовые, но строить таким образом, чтобы не нарушать, а это действительно традиционный образ жизни. Это мы с вами живем в городе. А человек, который, вся культура которого построена на определенном питании, на определенном климате, на определенном ареале его, он не может по-другому. Поэтому Конституция говорит, мы вместе будем защищать. Другой вопрос, и это ваш вопрос. А почему не защищают? Я это и попытался сказать. Если бюрократа никто не дергает, он ничего и не будет делать. Больше того, он будет делать все, чтобы извлечь максимальную прибыль. И если ему никто не мешает, не сами эти коренные малочисленные народы, а они, как правило, действительно тихие люди, а не политики, ну никто у нас, вот то, о чем я не сказал с самого начала, ведь к чему ведет эта дисбалансированная система отсутствия сдержек и противовеса? К тому, что нету политической конкуренции. Смотрите, что происходит. В законе об экономической конкуренции, ну, она называется о защите конкуренции, это уже второй закон после 91 года. Там сказано, что если хозяйствующий субъект имеет 65 и более процентов своей продукции, ну я не условно, а немножко схематично говорю, но проценты точно, 65% продукции на рынке, то он считается доминирующим хозяйствующим субъектом. И тогда в экономической ситуации государство, считая его, присваивая ему такой статус, оно начинает его гораздо более, должно во всяком случае, гораздо более сильно контролировать. Это почти монополист, почти. Что происходит на политическом рынке? Вот я вам пояснил, как образуется доминирующий политический субъект. А кто его будет монополировать, если он сам монополизировал то, что должно его контролировать?
Нету институт. А это есть нарушение Конституции или это и вытекает? Нет, это вытекает. Вся трагедия это в том, если бы это было нарушение, я бы давно заткнулся. Это вытекает непосредственно, я еще раз говорю, это приглашает Конституция именно к такому видению осуществления власти. Нету и не может быть политической конкуренции. Она может быть только в виде вот этих дергаемых марионеток, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Вот идите сейчас попробуем. Вот сейчас мне сказали, Горбачев новую партию образует, независимую, подчеркивает, независимую демократическую партию, да. Ну и что? Очередной провал Горбачева. Ну, к сожалению, потому что я понимаю его мотивы, но во всяком случае хочу верить ему. Но это же бессмысленно. Нету, ну, вы можете сказать, нет запроса на это. Вот есть запрос или нет? Вот видите, вот да, то, нет. С чего я начал. Объективно вот вы говорите нет. Игорь говорит, что есть запрос. Можно? Нет, по слову, чтобы я не возвращалась к этой теме, да. Я, знаете, я бы хотела поддержать вот выступающего. Дело в том, что Путин издал хороший закон о территориях, прямо о территориях традиционного природопользования Севера и Дальнего Востока, это 2001 год. И отдал полномочия субъектам федерации. Они стали творить законы и так далее. Когда почувствовал Совет Федерации, что происходит что-то как бы не в их русле, то Путин организовал кампанию по выявлению как бы расхождений закона Федерации и законов субъекта Федерации. И вот некий Лексин, замечательный аналитик, он посчитал, что более 40 тысяч нормативных актов органов местного самоуправления было выявлено прокуратурой по деятельности Конституционного суда Российской Федерации. Как-то по деятельности суда. Выявлено. По нарушению Конституции. Да, по нарушению. Работал уже Конституционный суд. Понимаете? И поэтому если даже субъекты Федерации не обладают определенным...